нашему патрулю 2000 баксов. Это явные что они нашли? Есть. Ищу позицию. Готов стрелять. Где находится и... Допрашивали всех задержанных. Пока не никто сюда не придет. Выбираем позицию. Какого черта меня вообще поставили охранять? Подождем команды. Понял. Сближаюсь с целью. Здесь просто невыносимо. Вытащи меня. Я иду. Можно бить. Есть. Это цель. Я ведь воевал на Ближнем Востоке. 6 компаний. Есть медали за храбрость. А теперь гражданских сторожу. Здесь чисто. Слава богу, я спасена. Надо перейти на новую позицию. Вон туда. Ясно. Направляемся туда. Да, к этому позицию. Понял. Ищу позицию. Сколько будем тут торчать? Тут ничего нет. Готов убрать противника. Через 3 недели я с вами. Точно. Выдвигаюсь. Цель отмечена. Что дальше? Есть радиоактивные динозавры? Есть командир. Во время рейса. Приступаем. Готовы. Эй, не стреляй! Скоро ты будешь в безопасности. Пленники у нас вроде умные. Скоро они все нам выложат в район. Мы ведь уже покончили с изгоями. Разве нет?
всем идти сюда. Пошли. За мной. Выведу. Пошли. Привет. Номад, как же здорово, что ты с нами. Рад помочь хорошим людям. У нас опять несколько ребят попали в плен к Сентиналу. А вдруг они не выдержат допросов? Дайгеры отслеживают перевозки пленников. Как только получим координаты, передадим тебе. Не волнуйся, мы их вытащим. Сюда, ко мне.